Да, всем привет, мы добрались до Кёльна наконец-то, это было очень сложно, я вам потом расскажу историю, почему именно. Добрались, в общем, мы до этого замечательного города Кёльна, сейчас находимся возле отеля, и сейчас, наверное, снимем небольшой типа что-то влога, я вам расскажу, где мы живем, как мы живем, в каких именно номерах, обязательно покажем, в общем, чем мы питаемся и чем дышим. Пошли! В общем, вот это вход в наш отель, как видите, вот раз, два, три, четыре звезды, четыре звезды. Вот, ну отель, в общем, нормальный, не вау, но пойдет. Как для мажора можно было и круче, мы там все смотрели International, да, пятый. Там вроде поинтереснее было, но ничего, скажем, я надеюсь, CSGO подтянется к дотке и будет также все круто. Пошли внутрь. В общем, зашли мы внутрь, удобненько сели на мягенькое кресло, сидим, общаемся, показываем вам вид внутри холла нашего отеля. Вот там вот ресепшн, вот там вот сидит Getriot с девайса и Nasunuk из Cloud9. Обещали передать вам всем привет, Тёмик, и все круто. Теперь о приятном для всех наших болельщиков. Мы решили разыграть пару футболочек. У нас новые футболки появились белые, как вы успели заметить. Вот, выглядят они примерно вот так вот. Сейчас перевернем, покажем спереди. Вот, они как бы не именные, но в принципе, кто захочет, сможет набить тут свое имя. Вот, помимо этого мы еще разыграем... еще одну футболку Flipside. Еще, мимо этого, мы сыграем еще одну футболку Flipside. Еще много футболок Flipside.